Ебать, ну так это же не ульда. Сейчас Непон. Ну, говорят, типа, о, фул, ебать, это же не Ульдуар. На Ульдуар еще больше людей приходит. Мне просто вчера собралась туго. Вчера собралась долго, а, блядь, на том, когда, нахуй, в первую льду 35 тел, нахуй, пришло. Человек 10, сука, сидело на замене. Ну, а на позу том вспомни, ебать, в 12 тел долбили, нахуй. Но это еще люди не понимали, что за ульду больше всего ЕП дают. Да, сейчас еще пару КД, блядь. В ульду отбоя не будет, нахуй. Натуре. Пиздец, блядь. Ебануться нахуй. Вот это радостно. Сейчас шутка была. Плюс смерть. Передозировка льды. Там просто уже, знаешь, пена сорта идет, но в льду надо, да? Мы дверь к алголону откроем и скажем, да вы ебанутые нахуй, третий раз за неделю. Сколько можно? Сколько можно? Сколько у вас, блядь, твинков нахуй? Вот мрази. У меня как раз два. Да, на входе к алголону будет табличка. Сегодня не принимаю. Сегодня занято, блядь, да. Дайте передать. Ушел на обед. Уехал в отпуск. До следующего КД. А что, мне можно выходить, да, получается? Слава. Куда выходить? Ну вон меня восьмую пати кинули. Ну мало ли. Я чешку. Для дерева. Бля, вангуна лук, короче, сегодня. Две штуки апокал и одна РПБшная чешка. Да успокойся ты, блядь. Какие апокалы, нахуй. Классные, с меткостью, с дохуя силы. 155-то там силы, да? Две их все равно не дадут. В смысле? Ну, две штуки. Ну, пока бля, ты на дне будешь, бля, ЕПГП. Да, похуй. Если ты не дамажишь без апокалов, ты их недостоин. Я попросил бы тебя вообще не пиздеть. Как дела? Хорошо. Всем привет. Привет. Катрин, на другом сервисе сидит. Мест точно нету? А что, да. Сейчас проверим. На 20-м трае узнаешь. А почему не на 18-м? Я думаю, раньше узнают. Ну там просто много желающих, поэтому. Буквально 3-4 трая, и у людей резко дела появятся. Да, а у девочки приоритет. Не понял. Где она вчера была, отвлекала бы войда голосом. У меня вчера интернет, к сожалению, отключился, и не могла нормально зайти. Ну вот ты бы. А ноутбук плохо работал. Ты бы деду настроение подняла бы. Да, бичи, Ренджу набрали, бичи. Я сегодня под Воронеж уезжаю, красота. Зачем сегодня, ты завтра? Был в ближайшие пару дней не будет. Ходим, мастер, спрячь. Первую иллюзию берешь. Нет, с девушками... Сейчас было опасно. Хочу танчить трэш. Я запрондила стрела. Я полюбила тебя. Что происходит?
Нихуя, какие таланты пропадают. Там мастер петь решил. На замену же можно будет вписаться, если кто-то написать ключу? Отлично. Эндру, бля, извини, нахуй. Главное, на связи будь. А то Войд позовет, а ты ничего не скажешь. И все, замены нет. Ой, блядь, я вчера говорил весь день, меня никто не слушал. Хоть и в Дискорде был. Замут он был, наверное. А, вот только когда ты на ДК просился, да? Да, да. Ну, нахуй ты кому-то нужен просто. Там все хуйня, Жара, меня мифик сегодня вернул, блять, в прошлое, нахуй. На сколько лет назад? Ну, на то время, когда на X4 ни у кого 4 кусков Т4 не было, нахуй. И когда кара не понерфленная была. Просто, блять. Ты типа выиграешь каре? Там, если дракон... Ну, чтобы тебе было понятно, блядь, 4 человека из 10 знали тактику. И это ДПС, в игре и так были? Это в обычке. А я понял. И ДПС был, короче, самый высокий у них 6 канов. И моя 20-ка, да? Ну ты легендарный получается, тащит? Еще и без ДЦ на молча, нахуй. Это рофл такой был. Так вы его залили или нет? Со второго трая. Так это вообще, блядь, легко еще. Но вот если бы ты сказал с 10-го, ну, то да. У меня времени настолько траев не было. Да хули раньше, когда он, блядь, не понерфенный был, но... Я знаю, по 8-10 там, траев. Там просто воля случая, нахуй. Да, рандом полный. Меня, бля, оттуда раза 10, наверное, кикали, бля. Когда проходишь на гнева, понял, и типа пишет, а что тут делать, нахуй? Я им, сука, в чат спамлю, придурки, блядь, вы лучи закройте, нахуй. Зеленый, синий луч в босса хуярят. Они, блядь, босса пытаются убить. Че, есть новость, когда ТТГшные шмотки 284 станут? О, еще не скоро. ZTM, ZTM вместе выйдет. Если не позже. Ну, ZSHM выйдет потом через неделю, две сказали. Я позвонил нахуй обмен. Да. Вместе пиво пить. Да. Не, Сентек сказал же вот так. Бери выше, вместе пиво пьют. Дальнобойщиком нахуй. Втроем сидели, вот тогда спросил Сентека. Да, на 6 осколков вчера это жирно было. Ты имеешь в виду в льде? Угу. Да, наоборот, заебись, ну. Не, ну я же говорю. А то, блядь, сколько мы ходили до этого, нахуй. Вообще ни одного иногда не падало. Ну, либо один. Потому что мы Алгалона не убивали.
Там рыбу дают какую-нибудь вкусную. Кофе, у тебя баночку купить можно? Да не беру я баночки на эту хуйню. А пиздец. Как так? А ну перезайду. Ладно, можно и так. Все. Кто из танков, танкоботы хочет с Халёна? А прот, ты есть кого? Нахуй они тебе нужны, Лёха, ты мне скажи. Ну как ты нахуй? Сам же сказал, ещё не скоро, блядь, апгрейд, нахуй. ТТГшно. ТТГшно всё равно лучше. Пять, да, сразу? Не, на базара нет, они мастерку дают, блядь, меткости дают. Ну вот, ты в тьме или я? Да тогда тоже, пожалуйста, сапорочек. А уберите ваших слонов, мамонтов, блин, рыбу не видно. Спасибо. Сейчас танки заводят. Да. Ебать у меня запах, гляньте мои запахи нахуй, ё, твою мать. Пиздец, короче. Чё там такое? Кто диспелит? Нормальный запах, кукмастер, чё ты? Не, чарку, чарку, смотри. У меня же кожевка не качана, а сопротивление огню. Дай угадаю, чешка. Ну, хило сказать, чешка ДДшникам на этим. ДДшникам надо. Че кому там? Холикам? Че кому там надо? Чешка. На спину, я думаю, вроде он же ее вроде хотел. Конечно, забираю я РДДшный. А Зап и Притон пишет. Не вижу смысла сейчас смотреть приор, потому что ты можешь ГП поначислять, и все, и приоры поменяются. Бать, то хп мало у меня, нахуй. Ты собака не тут. Ты чё, блядь, похудел, что ли? Пиздец, блядь. Ты давай, хватит на выходных, блядь, бегать надо. Ты больше ешь. Надо пить больше. Причем... Мы в три танка? Да, я думаю, все делают. Мастер, а ты колечки ДДшные не будешь снимать? Да нет у меня танков и колец. Да.
Вот, давай уточню, если на меня метеор падает, куда я сбегаю? По часовой. По часовой, короче. Я понял, понял, понял. Налить, налить, поворачивай, рейд, короче, дальше уходит. Понял. Главное, во время того, как, когда он вертеть будет, вдруг на него метеор падать, то он не пыхнул. Рейд-то пойдет, блядь. Слава, третья патия где? Ребята, ДК, это сильно рано разливаете лошадь. Это Эвилаша была. Пиздатый диспел у хилов, я смотрю. Сам диспель. А чё, поздно? Я сам диспелил. Ну я смотрел, чтоб ты добежал до стенки. Нет, так надо выкидывать. Ложу. Так что, возможно, одновременно мы нажали. Три. Один. Про метку не забывайте, в портал не заходите. Ждем метку. Метка.
Ну выходите нам было. Там хант метку получил. Ну? А чего у нас много? Метеорит. У нас Вархиль умер. Он далеко так умер, я не могу боить. Диспел? Ну а стопните урон по Халеону. 70% во тьме. Ебать, я ждал диспел 10 секунд. Метеорит. Диспельте кто-нибудь? Нет уже диспельщика. Подымаю Вархиля. Скажите, когда в тьму заходить можно? Не, лезвия нет. Повела, что бля, а что не? А кто хилы? Это так один хил был. Вархиль сдох. Все, заходим, да, в огонь? Да. Мало урона в трэш, в свету. Еще кого-нибудь надо, одного. Заходи. Да не, оно нормально было. Да хуй знает. Ну это не тот раз, когда мы с трэшем бегали туда-обратно. Здесь они как бы умирают от метеора до метеора. И просто стопать надо было в этом. А все третья, четвертая пати заходит свет. Да все нормально, если б хил не сдох, блять. Это было бы нормально, убивали. Бля, с Т5 ассистить не вариант, надо Т4 делать. Да. Да, он был во тьме. А. Сори. Что-то играешь рарно. Я опять просто... неудобно. Он проебался рядом. То ли джагой ударить, то ли подхилить, пиздец. Выбор же стоит. Или щиток кинуть, или экзорцизм. Тоже разница. Я просто привык шувать мне, плюс. Проебал, мой бред. Да у нас дохуя что-то было в этом. Хорош худеть, все, стопнули. Блять, это пиздец. На себя чуть протяни. Без коня хуйня получилась, а?
50. Меня присосало. Ой. Да я вроде вперед подхожу сюда, я не знаю. 51 сейчас 50... появится. Перевели. Чем метка скоро? Метку зайди. Медфокс, медфокс. Рарник, моя, да? Давай, давай, твоя. Моя следующая. Да, блядь. В хвосте. Этот пиздец далеко там. Туда идти. Два хила, что ли, у нас? Медфокс сдох, да. Диспелится там во тьме. Ебать. У нас БР будут? У меня еще 3 минуты. Метеор. Метеор. Тьма, стопните. Там 70 у вас, нахуй. Захан, еще на... Тьму? Нахуя мне в тьму? Да не ханту, мне. Заходи. Заходи быстро. Так тьма, или... бейте. Тьма, бейте там 50 на 50. Тут крыша нету как раз. Метеор. Тьма, стоп. Есть тотем на ману, могу зачитать Дину. Призмгиру спрашивает. ГР будет? Диспельси во тьме. Метеор. Стопните чуть-чуть. Топите, стопните. Да тут можно просто доигрывать. О, пул по боту. Пул по боту. Георгий Лиза дает цвету. 50 на 50. 2 ляма. Полтора. 50 на 50 прижми. Убили. Давайте. Молодцы. Все, ГЦ. Двое пока. Сука! Ну пиздец, ну как это, блядь? Да, двое там. Я ж говорил, ну я же говорил. Выкиньте вот этот нахуй. Почему не те? Почему? Давайте мне на распыл. Что это такое? Куда это нахуй? Это пиздец.
А я уже на стуле нахуй вскочил, где ебать. Кольцо, где запах, а я да. говорил, блядь. Че, по 300, да, не? Да. Куда летим? Ну я ебал, нахуй. Так бесплатно взял, то нахуй, так нахуй не нужно. Я уже, знаешь, Кость, я уже на стуле вскочил, говорил, а я же говорил, блядь. Я сам охуел. За если бы Ока сейчас. Может, робота нет? Такой пачкой? Типа, даже смотри, неинтересно было, никакого срача, ни вайпов, ничего вообще. Че попало? А потому что у Славки хорошее настроение. Не, пиздец, ну, ебаная жизнь, нахуй, пиздец, блядь. Ебаная всю. Это называется КД, проебанная впустую. Мне кинь одну просто, так, чтоб лежала, блядь, там. Ёбаная. Ну ладно, значит, next КД будет две бокалы. Ну ты почти угадал, бля. Нет, я говорил две бокалы, блядь, про ДДшных, нахуй. Нет, это хуйня. Но надо было брать хоть такие себе. Ну, нахуй. А бокалов не будет, хоть какие-то ботинки у тебя будут. Нахуя мне вот эта хуйня.